Ни одно крупное событие в Ленинском округе не проходит без участия представителей молодой гвардии. Эти ребята всегда готовы прийти на помощь, и их вклад в общественную жизнь муниципалитета велик. Помогают как волонтеры, самостоятельно организуют и проводят мероприятия, собирают гуманитарную помощь, благоустраивают территорию, взаимодействуют с ветеранами. Сейчас самое важное – это поддержка военнослужащих, поддержка семей мобилизованных. Ежемесячно несколько или даже больше мероприятий всегда посвящены этим темам. В принципе, молодая гвардия она направлена на развитие именно патриотической политики у молодежи и помощь населению, молодежи социальными вопросами какими-либо. В этом году всероссийское движение «Молодая гвардия Единой России» достигло совершеннолетия. Представители общественной организации в Ленинском городском округе события отметили дружественной встречи с куратором направления в муниципалитете, председателем Совета депутатов округа Станиславом Радченко, который рассказал ребятам о своей молодости, о том, как в его жизни проходил выбор будущей профессии и поделился с молодежью рецептом успешной карьеры. Самое главное, ребятам надо верить в себя и в своих близких, в свои силы. В завтрашний день любить свою малую родину, любить Россию. И тогда все будет складываться. Ну и, конечно, побольше быть инициативными и целеустремленными. Тогда все будет получаться. Подобные встречи ребят вдохновляют. В честь знаменательной даты Станислав Радченко вручил особо отличившимся в своей общественной работе представителям молодой гвардии благодарственные письма. Очень рада. Это, наоборот, мотивирует делать больше и не опускать руки. Поэтому очень приятно. Ленинское отделение молодой гвардии постоянно совершенствуется. Увеличивается количество участников, улучшается качество работы. У ребят в планах реализация многих социально полезных инициатив. А чтобы воплотить идеи было проще, Станислав Радченко преподнес молодым людям приятный сюрприз – сертификат на 30 000 рублей. Юлия Погосян, Максим Константинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.